Бегом, что идешь, Шарович? Тарасик, ты когда услышал колокол, где был? Туда и обратно бегом. Где колокол? Отсюда, отсюда, значит, со всех ног. Так, вырвемся. Господи, слава тебе. Мы просим твоей милости на приезжающих и отъезжающих. Благослови их пути. Сохрани их от несчастного случая. И мысли их направь к Горнему. Даруй им мир в сердце и свободу, которой они не знают. Благослови это место. Прибуди с нами и поставь твою святую защиту. Хвала тебя и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, у нас порядок такой. Я надену фуражку. Кто приезжает, мы знакомим их. Так, выйдите сюда, кто приехал сегодня. Вы хотите? Сами спрашивайте сюда. Так, коротко назовете себя, скажете, чтобы люди знали. А вы с ними познакомитесь. Так, познакомитесь, как звать. С детьми разговаривать не разрешается. Ни с кем. Дети подходят к вам, вы не отвечаете. У нас в уставе записано это. Так, все, уши держишь. Так, Сань, прямо ноги сложи. Так, как тебя звать? Оля. Оля. Откуда приехала? Барнаула. Как тебе это? Возраст какой? 14 лет. Сколько? 14. 14. Сколько классов окончила? 6. 6. 14, 6. Это, наверное, как раз, да? Или с запозданием маленьким? Запоздание. Маленький. Так, если какие-то будут вопросы, решать будешь. Вот Владимир Александрович, ты нам покажи. Он здесь за старшего воспитателя. Я в другом месте работаю. А я на утро прихожу утром и на обед. Вечером я редко тут бываю. У нас нельзя ни драться, ни обживаться. Познакомьтесь с уставом. Вон там дальше устав есть. Прочитать его, и чтобы ваш отдых здесь был полноценный. Поняла? Угу. Все, Оля звать ее. Становись. Говори. Миша. Как? Миша. Не пойму. Миша. Миша? Миша. Девочка, кто тебе будет? Знакомая между собой? Оля, мне сестра. Она сестра тебе? Родная? Да. Тебе сколько лет? 12. 12. Сколько классов кончилось? 5. 5. Мама вас отправила, она нас знает. Поэтому мама сюда позвонит только через меня. Если я увижу, что польза есть от разговора, я вам приложу телефон. Лекарства, телефоны, деньги вы не должны иметь с собой. У тебя нет этого? Нету. Присматривайтесь ко всему, что здесь есть. Дети подсказывают, как за столом себя вести и прочее. Запомните, Миша. Давай. Я тебя. Так, назови себя. Егор. Как? Егор. Егор. У меня племянник Егор. Егор — это Георгий, это одно имя. Земледелец означает. Откуда ты? Из Канады. А, из Канады? Угу. Из Канады. Сколько тебе лет? 12. Сколько? 12. 12. Сколько классов окончил? Ну, восьмой иду. Восьмой. Ну, учишься в какой школе? В английской? Да. И в русской? Нет, в русской. В русской там нигде не ходишь? Может, какие-то курсы там, встречи? Ну, хожу. Кружок при церкви, может, есть? Хожу. Так. Что у тебя где будет? Мне не понравилось то, что я узнал, что тебе сделали прививку. Прививку. Это меня озадачило. Мы об этом не договаривались. И прививка очень серьезная, от клещей энцефалитов, которых здесь нету. У него организм сейчас будет против этого только работать. Моя задача — побороть это, помочь тебе. Вот смотри на нас, вот как холодно, это жарко будет, ты обязательно разувайся. Босиком будешь ходить. Купаться, плавать умеешь? Да. Особое внимание, проверить. Только в лягушатнике. Если умеет, значит, поплавки. Девочки прекращают купаться вообще пока. Потому что эти люди, которые были здесь, они меня очень насторожили, так скажу. Роснадзор, там прочее. Они не отстанут от этого. Они долго будут там делать мне штраф, хотят там дать за то, что я их не пустил. А я их пускал, ну, как друзей, но не как там начальников смотреть. Я все приготовился показать. За них просто надо молиться. Они не ожидали этого. Не думали. И все это твоя мама устроила. Из-за твоей мамы. Она сделала, не посоветовавшись с отцом, то есть с твоим отцом. Она людей сдвинула с места. Приезжает прокуратура, они ничего не нашли, тебя допрашивали. Ничего нету, что она написала. Вообще нету. Ну,
Просто она лживо поступила. А теперь она начинает, видимо, рассылать куда-то, а те реагируют. Зачем реагировать, я говорю? За ее счет эти поездки, что она, бензин там сожгли и прочее. Тогда бы она сидела спокойно где-то. Так, у нас не положено ни обзываться, ни драться. Угу. Ты внимательно смотри на это дело. Жаловаться тоже не разрешено. Тебя кто-то толкнул или обидел, посмотри, важно или нет. Если это не важно, ну пропусти. Но если он тебе что-то там показывает где-то, ты должен подойти. Вот он тебе говорит, так, а ну пойдем к старшему. А он не идет. Ты должен его взять с собой и прийти вдвоем. А он не идет. Тогда ты можешь прийти старшему сказать. Здесь в обиду не дадут. Наш лагерь этим отличается от других. Там сразу компаниями собираются, там драки, что угодно. Я говорю, что у вас было? С деревенскими конфликтовали? И те стреляли из ружей. Из ружей. Приехали они, монастырский устав. Монастырь устроил им там бойню. Погибают везде дети. Нас Бог милует. Значит, Егор. Так будем звать, ничего? Да. Все, остановись. По росту, найди где там свое место. Так, вы на сколько дней? Ну, понедельник и воскресенье назад. Ну, сегодня пятница. Давай. Так, Володя, успеете костер сделать? Да. Да, сейчас костер делать. Вы вовремя приехали. Как звать? Николай. Сколько лет? 55-й. Откуда? С Горного Алтая. С Горного Алтая. Про Горный Алтай я уже писал об этом. Это место особой связи с потусторонними силами, называется, с космическими. Приезжают рериховцы все это здесь, со всего мира едут. Mm-hmm. Это канал дьявола. Едут туда отдыхать. Никому не советую. Надо здесь быть. У нас простор. Я один говорю, рассказывай, даже разговаривать вам нельзя, рассказывать, что он там видел. Так, все, остановитесь. Откуда, сколько лет, как звать? Да тоже с Горного Алтая. Тоже. Вы и мой сын? Да. 27 лет. 27 лет. Ну, да, вам не трудно будет, пока у нас находитесь, порошку. У вас маленький козырек вроде, ничего. А большие козырьки заворачивают назад. Козырьки назад. Маленький вот такой вот, он может быть. А вот эти большие все завернут назад. Ну, вместе тогда вы приехали, вместе уедете, да? Да, конечно. Ну, у нас правила такие. Табачные даже не заносятся на территорию. Мы не запрещаем. Но если они ехали, за территорией деревни спрятали, там были журналисты, а уезжая, тогда взяли. Один из черной сотни завалился к нам. Так, вас не смущает, что я открыто все говорю? Не смущает. С Богом. Так, как звать вас? Константин. Константин, откуда? Из Канады. Это вы с ним, это ваш сын? Да. Сколько лет? 42. Вы природные русские? Да. У меня вопросов нет, у вас могут быть ко мне вопросы. Английский вы знаете, можете говорить и считать. Да. Угу. А ну-ка скажите, главный стих Нового Завета, 3.16 Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Ибо так возлюбил Бог мир». So, God loved the world. Yeah. Возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. That He gave His own Son. Only begotten Son. Единородного. Only begotten Son. Единородного. Сына Единородного. Дабы всякий верующий в Него. So everybody who believed in Him. Не погиб. Дело в оригинале, знаю. Погиб. Не погиб. Слово не часто используется. Не погиб. Это глубокий смысл. В аду не оказался. Ну-ка. Вылетел из головы. Никита знает. Ну, по-немецки, nicht verloren werden. Не был потерян. Ну, если не потерян, лучше сказать. Not have not been lost. Я-то, видите, говорю вам по Библии Джеймса. Ну, я-то ее не читаю. Тоже понял, да? Да. Uh-huh. Но имел жизнь вечную. But had life eternal. Все, с Богом. Так, запомнили? Не подходите, не разговаривать. Это наши гости. Вы можете разговаривать со своими, вот, сверстниками. Миша и Егор. Со всеми можно разговаривать. Со взрослыми нельзя. Такой у нас устав. Если они будут приняты в обслугу, тогда будет можно. Вот в обслугу я еще не принял к нам. Екатерина приехала вон. Вот тогда можно будет разговаривать. Мы тут посудим, она неделю поработает. И тогда мы ее примем в свой, в обслугу. И тогда можно будет говорить. Посторонним не подходи. Дети все при нас. Комиссия, которая была, они нам ничего не сделали.
Они только сказали, что я их не пустил, потому что, ну, из-за твоей этой мамы где-то. Причины-то никакой не было. По этому вопросу мы уже допрошены, ответили, и ничего нету, ничего нету. Я говорю, запишите, что, почему я вас не пустил. А так это лживый документ. Она не записала, не записала, значит, и вопросов нет. Я не подписал документ. И за это я нарушил там статью какую-то. Мне грозит, что 500 рублей и 1000. 500 рублей и 1000. Я говорю, ты гляньте на меня, кто перед вами стоит. Посмотри. Посмотри на меня, кто я. На каждом минимум 5 зарплат. У меня ничего нигде нету. И 500-то рублей где возьмете у меня? Пенсия? Я не знаю, с пенсии могут они взыскать или нет. У меня-то не прожиточный минимум, я и так ниже прожиточного минимума. У меня пенсия 6523 рубля на месяц. Я первую пенсию принес, сразу на лагерь пустил, там молочишка, ничего нигде нету. У меня вообще ничего нету, не то, что там на пенсию. Нет, это моя жизнь такая. Я радуюсь. И поэтому, ну помолитесь, чтобы они 500-то не взяли. Пальцы не грызи. 500 это большая сумма для меня. 500 рублей, ой-ой-ой. А 1000 это вообще космическая цена. Ну, Бог дает так, что у нас все есть. И мука, и печь, и хлеб, и рыба, и халва, и пряники. Все у нас досталь. Так Бог сделал. Так, рассказывай. Анастасия меня зовут по крещению. Я сама таковой считаю. Как крещение вы кто-то готовились, нет? Нет? Нет, здесь креститься не будем. Потому не что будет. Много нас вести. Не получится даже на одной да. машине. У нас следующее воскресенье за этим будет крещение. Мы вас не знаем, поэтому я знаю. Нашли там. А? Нашли поближе. Нашли. Ну все. Так. Ну, все остальное мы уже узнали о мужем. Вам дали место где? Да. Все время закрывайте за собой, чтобы комар не залетал. Угу. Одевайтесь там и все остальное. Все, остановитесь. Анастасия. Да. Вы знаете, что такое Анастасия по-русски? Воскресшая. Воскресшая. Да. Вот такой ты и будь. Всегда. Ну, у меня вопросов никаких. Благодарю за сочувствие. С Богом. Отдыхайте, играйте, и бери с собой кого на костер. Нет. Дядя Володя, давай к нему подходи. Еще 6 ударов надо сделать. 6 ударов колокол надо. Гости. 6 ударов? А то когда дает он? Когда гости. А кто дает удары? Вы. Вы. Я. Ну, дядя Володя, я дозволяю. Дядя Володя, можно покупаться? Покупаться? Да, жарко. Подожди. А там так, плавать умеешь? Умеешь плавать? Он нет, точно. Ну, можете сходить, сейчас пойдут, ребятишки пойдут искупаться. Только в этом, в лягушатнике. Понятно. В лягушатнике. Да. Никуда дальше. Пойдешь купаться? Да. Должен уметь плавать. У нас, я не вижу, а где Степа-то? В баню. У нас баня завтра, а он деревенский, ходит раньше там. К маме. Все. Ну все тогда. Дай его бить. Не, будьте, давай. Вот такой устав. Видишь, как правильно бьет по черте 1/3. Самый звонкий звук. И дождаться, когда звук исчезнет. И когда она туда откачивается, в это время не надо бить. Дождаться, когда сюда пойдет, и погасить ударом его. Это тоже надо уметь. Ну все тогда. Все. Отдыхайте, играйте. Все. Но. А можно завтра побороться? Завтра суббота. Я не знаю. Завтра не надо. Сырое, по ней надо пока. Андрей, не надо. Потом придет время, мы подумаем. Точно пели. Все. Мы пойдем. А мы же прямо сейчас?